обетование Божие – это сильнейшие Божьи методы, как помочь человеку. Заметите, что Бог желает, чтобы сила Его была в нашей жизни, потому что эта сила решает все вопросы, которые касаются жизни и благочестия. Регулярно пребывай в Божьих обетованиях. Что будет из-за этого? Тогда все время сила Божия будет в тебе. И многие вопросы решатся раньше, чем они начались. Самое мощное оружие, которое мы имеем, победить дьявола, называется Евангелие. Только оружие Божие способно нейтрализовать силу тьмы. Не любые оружия, а только Божие. Я могу много действий сделать, но если я не одет оружиями Божьими, мои действия не дадут результата. Участвовать в жизни человека, потому что Он любит человека. Что такое откровение Слова Божие? Это когда я начинаю видеть то, что написано в Библии, тем взглядом, который видел сам Бог, который дал свое Слово. Если я построил свою жизнь на основе Божьих принципов, на основе Божьего Слова, то когда ударит кризис, я останусь живым, потому что моя радость построена на принципах Божьего Слова. Мы сегодня хотим говорить о том, как войти в свое предназначение и закончить эту тему. Мы войдем. Скажите, я вхожу. Соседи, скажи, я вхожу в свое предназначение. Скажи, а я тебе советую, делай то же самое. Иисус говорил, вернее, Библия говорит, это апостол Павел написал. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнить». Он предназначил, когда мы войдем в них, это предназначение. Потому что Он предназначил. Христианство – это не покаяться и делать модно, что все делают. Христианство – это найти, что Бог предназначил. А все остальное не трогай, не трать свое время. Найди, что Он предназначил, и то и сделай. И жизнь твоя будет легкая очень. И мучиться не надо. Но когда мы берем много лишнего, тяжело. Надо найти свое. Скажи да, аминь. И вот поэтому апостол Павел, он учил, чтобы мы нашли. А я вам рассказывал, что когда я посмотрел Библию, искать человека по моему, который нашел свое предназначение, самая удивительная личность, которую я заметил, это была Руф. Только недавно я начал думать, я же все время прихожу на собрание, говорю об одной девушке по имени Руф. И думаю, сестры в церкви, ревность у вас никак ничего.
Потому что это удивительная женщина. Скажите амин. Это мне сказала недавно одна женщина, когда я проповедовал в Замбии, что если говоришь о другой женщине в церкви, где много женщин, они не конспектируют, они обижаются, они ревнуют, они... Я подумал, это, наверное, касается Замбии. Вообще ничего общего с Украиной нет этого. У нас в Украине ревности нет вообще. Ноль. Вот даже мы не понимаем, что это за понятие. И слава Богу. Поэтому могу про эту женщину еще поговорить. Правда, сестры? Не хочу вас терять, потому что, наоборот, радуйтесь за... Это ваши представители. Скажите аминь. Почему Руф особенно? Она не еврейка. Она моавитянка. Она выросла, поклоняясь богам моавитские. Но почему-то где-то в пути она оказалась в родословии Господа Иисуса Христа. Стала пра-пра-пра-бабушка Господа Иисуса. Евреи, которые жили рядом с храмом около пророков и не попали, а она попала. И я пришел к выводу, что не всегда, если ты знаком с большими людьми, это не значит, что ты ближе к вхождению к своему предназначению. Самое главное – быть близко к Богу, даже если ты очень далеко от храма, от всего, близко к Богу. Скажи да, аминь. Когда я был в Африке за эти 2 недели, вы не представляете, 2 недели разве? Они больше, чем 2 недели было. 3 недели. За эти 3 недели, мне кажется, я так взрослел во многом. Просто изучая, видя. Вы не представляете, какое благословение, когда мобильный телефон не работает. И никто не может тебе дозвониться. И только размышления сам с собой. Понимаете? Но войти в свое предназначение важно. Скажи да, аминь. Руф, мы с вами уже нашли ее далеко, она уже рядом. Сегодня начинаем с 2 главы, повторяя несколько стихов и идем до конца. И я хотел бы в конце этого собрания молиться, может, за одного человека, там за пару, который Бог хочет сегодня прикасаться, как они войдут в свое предназначение. Молюсь, чтобы ты был одним из этих двух. Кто будет одним из этих двух? Это нарушение математики. Я сказал, из двух. Значит, смотрите. 2 глава с 9 стиха. Там Вооз говорит Руфу, 8 стих. Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя, когда захочешь пить. Иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему: чем снискала в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка? И Вооз отвечал и сказал ей: мне сказано все, что сделал ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и 3-го дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, к которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крыльями. Заметите, что для Руф войти в свое предназначение, оно было связано с выхождением замуж за Вооза. Не хочу, конечно, вернуться к этому, но она попала в трагедию. У нее муж умер. Казалось бы, конец. Я только один раз скажу. Не все трагедии являются концом. Скажи да, аминь.
не было бы ВООЗ, если бы Махлон не умер. Не было бы ВООЗ, не стала бы прабабушка Господа Иисуса. Мы не ищем трагедию. Но когда происходит трагедия, плачь как положено, но не вечно. Скажите аминь. Начинай искать, есть ли дверь. Я вам рассказывал, как про женщину по имени Уинфри Опра, которая ее выгнали из кафе, где она работала, потому что она была разговорчивая. И когда ее выгнали, она пошла разговаривать по телевидению. Сейчас у нее свои каналы. Дальше разговорчивая. Нашла там, где нужны разговорчивые. Скажите аминь. Не всякая трагедия на самом деле это трагедия. Некоторые трагедии, некоторые, заметите, это дверь к чему-то лучшему. Скажите аминь. И вот Руф, когда она пришла, заметите, что она должна была выходить замуж за ВООЗ. Почему я делаю ударение вокруг этого замужества? Потому что именно это замужество является ключом ей войти до конца в свое. Потому что многие люди начинают думать, ну вот, ладно, она вышла замуж. Это чисто по еврейской традиции, называется там по принуждению. Любишь, не любишь, вышла замуж себе. Поэтому я немножко, две минуты вокруг их общения, чтобы вы заметили, что она не вышла замуж по принуждению. Библия говорит здесь. Давайте сначала покажу вам действие ВООЗа. ВООЗ говорит, послушай, дочь моя, это говорит о том, что он старше нее. На это ударение не буду делать, но она годится ему в дочери. Сделайте вид, что вы это не слышали. Оно вас не касается вообще ни в чем. Но вот дальше говорится. Не переходи отсюда, оставайся здесь, будь с моими служанками. Он выражает благорасположение к нею. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут и где за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Он показывает защиту ей. Так, когда захочешь пить, иди к сосудам и пей обеспечение. Заметите, в одну фразу, она женщина обычная, заметите, она уловила доброе расположение, защита, она все уловила. И смотрите, она себе там брошена, оставлена, но женщина. И она реагирует и задает вопрос конкретный, говорит, чем, это 10 стих, чем снискала в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка? Вопрос. У вас восклицательный знак вопрос есть там? Она задает вопрос. Вот эта доброта, вот это все ко мне, зачем, почему? И он отвечает, 10 стих, 11, ВООЗ отвечает, заметьте, отвечает на конкретный вопрос. Почему такое благорасположение? Заметьте, что она служанка. Практически она не служанка, она ниже служанка. Просто чужеземка. И она ему годится в дочери. Но на уровень, когда пока они общались, она заметила его благорасположение. Она увидела. Хотя она чужеземка. И она задает вопрос. Чем? Почему? А он отвечает, мне сказано все, что сделала ты для свекровы своей. Заметите, что она делала для свекровы в Моаве. И добрые дела, которые она там сделала, раньше нее дошли в Вифлеем. И начали о ней говорить. Добрые дела имеют громкий голос. Если бы, я не думаю, что ВООЗ первый раз видит женщину, какой-то, которая приходит подбирать, искать еду, попрошайничать, не первый раз. Но почему он стал добрый к нею?
за добрые дела, которые она делала до этого. Добрые дела говорят громко. Заметьте, что когда Бог хочет приносить повышение в твоей жизни, Он на пути дает тебе возможность творить добро. Потому что на основании тех добрых дел, которые ты делаешь, Он в будущее начинает творить чудеса, используя эти добрые дела. Поэтому Галатам написано 6 глава 9 стих. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время познем, если не ослабеем». Мне в память сразу приходит, сколько людей, ну даже в природе, не с нашей церкви, конечно, это с Черниговской церкви, из Винницкой церкви, из Богослава, вот этих церквей, Новопетровцы, и вот все эти церкви, там вот Ерпеня, Буча, Победа, Киев, нет проблем. А вот одни у них проблем. Здесь есть старший пастор, как может быть проблем? Это у них проблем. Когда брат хочет жениться на сестру, и единственное, что его напугало, это ее неумение быть добрым. Правда, Гарри? А здесь такой проблем у нас в Киеве, мы решили. А вот у вас вам надо решать. Потому что нет ничего, что пугает жениха быстрее, чем острый язык будущей невесты. Потом же жена она будет. Он может иметь 6 образований, 7 образований, 6 самолетов. Но острый язык своей будущей жены они не выдерживают. Они становятся чемпионами олимпийские сразу. Убегают с такой скоростью, что вы их не найдете. Вы поняли, Гарри? Вера Ивановна, передайте. А если вдруг вас пригласят проповедовать в церкви Победа в Киеве, и сюда тоже передайте, хорошо? Вы понимаете, Руф делает добро везде, не зная, что эта доброта, которую она делала в Моаве, откроет ей двери, выходит замуж за Вооза. Вооз не сказал, просто я посмотрю на твои волоса, они неповторимые, поэтому поженюсь на тебе. Нет. Он уже в таком возрасте, что эти волоса его не интересуют. Нет, я, наверное, не то сказал. Влияние африканского, не знаю, на что. Вы знаете, что есть люди, которые не волос главное? Вы меня слышите, да? Все люди такие, да? Нет, не до конца сердца. Мы потом дойдем до этого. И вот, поэтому самые вот добрые дела – это Божий метод помочь тебе. Забудем вопрос замужества. Мардахей. Мардахей помогает царю сохраниться в жизни. Когда его эти близкие хотели его убить, он предупредил, сделал доброе дело, оно зафиксировано, и замолчали на много лет. А значит, царь пытается спать, не спится ему. Ему дается книгу, он находит доброе дело Мардахея, спрашивает, что сделали этому человеку? Ничего. И царь приказывает показать честь, почтение Мардахею. Если царь на такое способен, скажите мне, сколько сделает Бог для людей, которые делают добро во имя Его, для Его царства? Если земной царь не мог спать, пока не оказал должное за доброту, которую человек сделал в царстве, то сколько Бог Отец воздаст тебе за все добрые дела, какие ты делаешь во имя Его и для Его царства. Езекия, да, ты умрешь, так сказал Господь. Как тебя зовут, пророк? Исаия. Хорошо, Исаия, понял. Езекия поворачивается к стене и говорит,
Боже, помни, как я служил Тебе, как я то делал, как я то делал, как я то делал. Прошу, дай мне еще жизни. И Бог посмотрел и сказал, точно, за эти все добрые дела я еще Тебе ничего не воздал. Исаия, возвращайся назад и скажи ему. Смотрите, благодатью мы спасены через веру, не от дел. Но когда мы уже спасены, наши дела – это как рычаги или столбы в дороге. Это как вот историю, мы создаем собственную историю с Богом. Твои дела перед Богом – это твоя история. Сильна твоя вера не по мере того, как ты читаешь книги, биографии других мужей Божьих, сильны ты, исходя из истории, которую ты создал, собственную историю с Богом. Я вам делаю вызов, принимай решение создать собственную историю с Господом. Потому что именно это твоя история, оттуда будешь черпать силу. Когда приходят проблемы, смотри на историю Джона Лейка, это поможет, но не так много. Смотри на историю пастора Генри, поможет, но не так много. Но когда у тебя твоя история, собственная, это тебе поможет. Скажи да, аминь. И вот смотрите, добрые дела. Давайте вернемся к этой женщине. Как-никак она женщина, мы не от этого не уйдем. Смотрите, что она говорит. 13 стих. Говорит, она сказала, да, буду я в милость перед очами твоими, Господин мой. Ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, и между тем, как я не столько ни одной из рабынь твоих. Она утешилась, почувствовала защиту, и он говорил по ее сердцу. Это меня спрашивал брат, который хотел жениться в нашей церкви. Говорит, какие ключи мне, чтобы я мог жениться? Вот воза ключи есть. Утешит, имеется в виду, говорит по душе, да? Два, говорил по сердцу ее. И что она сделала? Он расположился, и она расположилась. Эта свадьба была не по принуждению, не по религии, не только потому, что там обязанность. Действительно, между ними было, возникло из этого всего разговора, возникло что-то сердечное. Но заметьте, как она молодец. Она ниже. Она говорит правду в сердце, но со смирением. Знаете, не как некоторые женщины, когда видишь ее, она ходит с будущим женихом, его унижают, обзывают так, чтобы весь мир это слышал. Некрасиво. Или вышла замуж, начинает его обзывать, начинает его унижать принародно. Или ее унижать, обзывать принародно. Нельзя такое. Алла, ты меня понимаешь, да? Но с кем же говорит? Алла хочет выходить замуж, потом я с ней разговариваю. Так, правда, Алла, я говорю? 100%, да. Скажи твоей сестре и скажи твоему брату. Но я ее вижу, но я с ней не разговариваю. Поэтому она говорит, хорошо, вопрос такой, такое можно ли только до свадьбы или после свадьбы тоже можно? Что именно? Утешит, говорит по сердцу. Это дело до свадьбы или еще после свадьбы, еще такое можно? Не, сестры, я не знаю, я просил вас говорить или не просил, я не помню. Но кто-нибудь отвечает, братья преимущественно, после свадьбы тоже имеет место или это до свадьбы только? Сестры, вы так громко, когда вас не приглашают.
Это именно то, о чем я просил. Это было шаг братьев. Сестры, вы помешали. Хорошо, еще раз. Братья, вы меня еще слышите? А, молодцы. Это дело до свадьбы или после свадьбы найдется силу на это тоже? До пришествия кого? Иисуса или Нового года? Ну ладно. Сестры, такое вам нужно до свадьбы или не нужно? Хорошо. А после свадьбы? А, стоп. У меня для сестер еще один вопрос. Только братья могут утешать, говорить по сердцу, или и сестры тоже должны говорить по сердцу и утешать? Я не слышу вас. Вообще не слышно. Вы могли бы и говорить еще раз? А что-то вы замолчали вдруг. Давайте я посчитаю до трех, вы потом скажете все вместе. Хорошо, раз, два, три. О, это была музыка для братьев. Я специально хотел. Поэтому, короче, и после свадьбы, и до свадьбы. Скажите аминь. И поэтому здесь, но я уже не хочу подробно слишком войти в это, оно вам не нужно, но именно с этого момента вопрос создания этой семьи уже, если ты наблюдателен, уже вопрос решен. На уровень души они соединились, на уровень всего. Пока титулы их отделяют, это уже дело времени. Поэтому я всегда говорю людям, когда хочешь создать семью, хочешь жениться или выходить замуж, не беги просто потому, что у него поля есть. Я не знаю, вы меня поняли? Ты же не выходишь замуж за полей его. Ты за него. Не женись просто потому, что ее муж умер. Или просто появилась новая девушка в церкви и приехали из Донецка. Тоже это не это. Не все из Донецка ангели. Поэтому будь всегда внимателен, чтобы на уровень души, когда общаешься с человеком, на уровень души есть утешение. Есть необъяснимая внутренняя радость, которая даже не может объяснить от чего, но она есть. Это очень нужно потом в семье, но когда этого нет, очень потом трудно. Конечно, молитвами можно качать все это, но лучше всего, когда это с самого начала. Все незамужние, неженатые, братья громко сказали. Бабушка, вам надо было молчать, вас не касалось. Или это... Ну ладно, хорошо. Я думаю, этот вопрос мы уничтожили. Хорошо. Поэтому написано 22-23 стих. Я просто это говорю, потому что без этого замужества Руф не вошла бы. Она была готовая. Она не говорила, чего он так говорит со мной добро, я потерял мужа. Она не позволила прошлое влиять на сейчас. Я вам скажу, вот эта человеческая часть, казалось бы, она оказывается влияет на твое предназначение. Умение с людьми общаться или неумение откроет или закроет иногда твое предназначение. Если ты будешь ходить грубить людей повсюду, ты будешь грубить и те, которые держат ключи к твоему предназначению. И видя тебя каждый раз, они будут отворачиваться, бежать, а у них ключи. Они должны открыть двери. Поэтому делать добро людям должна быть наша норма. Не важно, с кем мы разговариваем, не важно, как его зовут, не важно, с какой планеты он выплыл. Мы делаем ему добро. Мы говорим по-доброму. Я всегда в нашем офисе, когда люди пишут письма,
одно из требований, которое я всегда говорю всем, кто пишет письма, либо от моего имени, от имени Церкви Победа, я говорю, добавьте, пожалуйста, доброту в письмо. Все секретари об этом знают. И они иногда мучаются, ломают голову, откуда взять доброту. Они приносят письмо, по их мнению, уже супер добрые. Я говорю, не-не-не, смотри, какие суровые слова вы использовали. Они даже не видели, что там суровые слова. Доброта важная. Кто-то говорит, пастор, я просто ты мягкий человек. Да, я мягкий, но поймите, доброта – качество не дьявола, а качество Господа Бога. И когда ты очень добрый, ты не ближе к дьяволу, ты ближе к Богу. Доброта – это одна из плодов, составляющих плода Духа. Доброта. Скажите аминь. И вот поэтому получается, Руф остается там, 22-23 здесь написано, и сказала Ноэми снохе своей, Руф, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и не будут оскорблять тебя на другом поле. Так была она со служанками Воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, и жила у свекровой своей. Смотрите, Руф, у нее постоянство. Она же не стала собрать там колосья один день, второй день, третий день и бросила. Почему многие люди не входят в свое предназначение? Нет у них постоянства в деле. Вы знаете, что есть вещи, которые только Бог открывает. Твое предназначение – это Бог открывает тебе двери. Если Бог не открыл, ты можешь прыгать, кричать, шуметь. Другие вокруг тебя получат, а ты будешь только созерцать со стороны и ничего не имеет, потому что это Бог открывает. И когда Бог открывает, никто не закроет. А если Бог закрыл, никто и не откроет. Живи и действуй так, чтобы Бог открыл двери. Я понимаю, вот мы все с вами ищем помазание Духа Святого, правильно делаем. Знаете ли вы, от кого помазание? От Бога, Библия говорит. Как бы ты ни прыгал, как бы ни шумел, как бы ни кричал, если Бог не дал, нету. Ты можешь приветствоваться со всеми помазанными, обниматься с ними, переписываться с ними, но если Бог не дал, нету. И когда я вижу человека, кому Бог что-то дал, слава Богу, у меня нет, у тебя есть, Бог дал. И начинает завидовать тебя, кричать на тебя, ни меня не улучшит ничего в моей жизни. Бог дал, слава Богу. Скажите аминь. И вот поэтому, но Руф, она не собрала один день, или два, или три. Написано, до конца жатвы. Это было не один день, это несколько месяцев. Знаете, почему многие проекты никогда не выполняются? Нету постоянства. Знаете, почему некоторые люди никогда не растут в свое предназначение? Нету постоянства. Нету постоянства в молитве. Знаете, некоторые люди молятся один месяц прорывной такую молитву, потом два месяца нету молитвы. Лучше ты помолился бы 5 минут каждый день в течение года, чем помолиться один раз 5 часов раз в году. Бог любит постоянство. Хочешь быть мужем Божьим, женой Божьей, пожалуйста, будь постоянным. Хочешь умнеть в голове? Постоянно читай книги, которые улучшают мыслительный процесс. Везде нужно постоянство. Уберешь постоянство, нету ничего. Корни создаются, когда мы постоянны. Если Бог поручил тебе какое-то дело, это дело состоится, только если ты будешь постоянно заниматься этим делом. Когда я начал заниматься крусейдом, если бы я сделал один крусейд, большой, великий, на 20 миллионов человек один раз, и остановился, не было бы ни развития, ничего. Все в постоянстве.
Если вы забудете все, что я сегодня говорю, помните это одно. В постоянстве есть развитие. Если нет постоянства, нет развития. И вот поэтому, чтобы менять обстоятельства, нужно быть постоянным человеком. Она постоянная, она стабильная, и она там осталась до конца. Если бы Руф была, как некоторые люди, вы знаете, что бы она сказала? Наверное, меня уже Боаз не хочет видеть здесь. Я уже здесь месяц, уже два, мне уже неудобно, уже пора уходить, я завтра не пойду, потому что, мне кажется, уже не хочет. Это так обычно говорит пониженная самооценка или сиротское сердце. Я никогда не забуду, это когда я был сейчас в Зимбабве, меня напомнил папа. У меня был дядя, его брат, младший, он уже умер. И моя бабушка с папиной стороны, она такая интересная женщина была. Но я забыл об этом, но она почему-то недолюбливала нас. У нее же много внуков были. Но она очень любила детей ее второго сына, тоже моего дядя. Его жена, это получается мои двоюродные сестры. Там в основном сестры, потом братья родились позже, но в то время были сестры. И тоже я их видел и вспомнили эту историю. И вот эти двоюродные сестры, она их любила. И поэтому вот что она делала. Когда есть еда хорошая, у нее была такая юбка всегда длинная. И вот и она могла, когда я прихожу, она могла взять эту хорошую еду и когда своей юбкой как-то укрыть. И когда я отхожу, она берет и дает вот этим. А я делаю вид, мы были научены уже, делать вид, что мы ничего не видим. Это самое лучшее, чтобы не мучилась бабушка. Я ее любил, но чего она будет мучиться? Если она поймет, что я все видел, она спать не будет. Поэтому я лучше сделаю вид, что я ничего не заметил. Но вот дядя мой, младший дядя, это сын, самый последний в семье. Однажды он пришел, и он это увидел. А там была кастрюля, там с мясом, с рисом, со многими. И когда он увидел, что делается, вы знаете, что он сделал? Он взял кастрюлю мяса и рис, вышел на улицу и все разбил. И смешивался песком. И сказал, когда будешь любить их одинаково, в этом доме будет еда. А пока любишь только одних, еда не будет. Но слава Богу за дядю. Но я уже привык был, что когда я прихожу к бабушке, я не претендую ни на что. И поэтому иногда, когда я приходил, мама меня оставила. Побыл два часа. И я вижу, что бабушка уже начинает крутиться. Я уже знал, что, наверное, я уже здесь лишний. Я всегда вставал, находил причину уходить. И говорю, бабушка, мне, наверное, надо пойти проверить кое-что. Говорит, зачем, внук? Надо. Ну ладно, иди тогда. Она сама была рада, что я ухожу. Но вы знаете, многие люди, когда относятся к Богу, у них вот это находится внутри. Когда мы с Богом, такой настрой помешает тебе войти в твое предназначение. Ты лишним никогда у Бога не бываешь. Скажите, у Бога, скажи, лишним никогда не буду. Когда ты с Богом, ты у себя дома. Представляешь, ты будешь жить вечно с Ним. Он не устает от твоего присутствия. Когда я был у Хайди Бека, одно из вещей, что у Хайди, она мучает всех, кто с нею живет, общается, служит. Она мучает все, и меня в том числе. Я сидел там, принесли ребенка. Родители умерли от СПИДа. И привели это маленького крошечка. Года еще нет, по-моему, 6 месяцев. Она взяла этого ребенка, обняла и поет песню 2 часа. При этом были планы много, которые были запланированы в семье. И все ждут указания, когда. Она поет, молится, поет. Думали, полчаса надо сделать, потом 40 минут, потом час. И все уже нервничают, и ее муж в том числе.
А муж начинает на меня наезжать. Говорит, вы проповедники, вы одинаковые. Я сказал, ну ничего, спокойно. Он себя с проповедником не считает. Говорит, а мы умнее, а вы проповедники. Но ничего умнее, надо терпеть. И он действительно умнее на самом деле. Полтора часа прошли, все уже думают, она вспомнит, что есть библейская школа, что надо бежать. Нет. Два часа. И через два часа начали меня использовать как гость уважаемый. Сказать, ты пройдешь мимо, она заметит. Но я сделал, как этот умный мне подсказал, ее муж. Я прошел мимо, и она меня спрашивает, что-то пастор Генри? А я же проповедник. Я сказал, нет, все хорошо, она дальше. Она поет одну и ту же песню, молится за этого ребенка два часа. Я подумал, я бы, наверное, этого не сделал. Наверное, никогда. Но она настолько... Она потом говорит, вы понимаете, что Бог меня любит? Я говорю, да, наверное. Поэтому, когда я прихожу к Богу, не хочется уйти. Хочется там остаться всегда. Мы не сироты в Боге. Скажите аминь. И вот этот сиротский дух мешает нам просить много у Бога. Этот дух сиротский мешает нам ожидать от Бога много. Мы думаем, что мы мешаем Ему. Мы думаем, что Он не дотянет во имя Иисуса, да разрушится эта пониженная самооценка. И это сиротский дух, настрой, который создался из-за обстоятельств жизни. Возможно, ты привык жить в семье, где тебя контролируют, постоянно тебя спрашивают, где ты был, сколько минут ты был. И, конечно же, скованность приходит от таких разговоров всегда. Если ты живешь в такой семье, каждый день приди к Богу, раскрепощайся перед Богом, чтобы аннулировать скованность, которая приходит от давления человеческих. Если это не сделаешь незаметно, ты в ящике окажешься, и ты не заметишь, что ты уже контролирован незаметно. Даже Иисус учил. Матфея 10 глава, я не буду читать, я вам расскажу. 11 стих. Иисус сказал, в город, куда вы придете, если город достоин, войдите в дом. Если живущий в доме достойный, там и оставайтесь. Он не сказал, переживайте, что вдруг вы дольше, чем надо, вдруг уже надо уходить, мы уже здесь две недели, может быть, хозяева. Там, если он достойный, оставайтесь. Потому что, когда мы остаемся, Бог благословляет того достойного. Скажите аминь. И вот это сиротское сердце выгонит тебя, думая, что ты лишний, ты мешаешь. Многие благословения находятся в таких местах, где надо показать себя не лишним, хотя обстоятельства как будто говорят, что это неуместно. И как раз большие благословения прячутся за этими неуместными местами. Вы меня понимаете как-то или нет? Я не знаю, дошло или нет. Моя способность объяснить на русском языке съедно. Кто-то съел, его мало стало. Но я надеюсь, вы меня поняли. Скажите, я не лишний. Еще раз. Скажи, я свой. Богу. Скажи, я могу просить. Много. Скажи, могу ждать. Много. Когда мои дети меня просят что-то, я могу крутиться пару раз. Это же дорого, но моя любовь к детям не изменится. И я скажу, ну ладно, постараемся заказать. Ну ладно, а у Бога достаточно. А я его дитё. И я к Богу могу утром, днем, вечером, любое время. И он примет, он рад, он счастливый, потому что я его дитё. Дитё, дитя. Дитя? А в Африке дитё. Просто я его дитя. Скажи да, аминь.
Поэтому постоянство – это один из Божьих качеств. И вот поэтому, когда ты видишь, что Бог что-то делает в твоей жизни, да, дает тебе сон, который объясняет тебе, куда идти. Второй сон, который туда. Есть сны, которые от дьявола, есть сны, которые от моих размышлений. Знаете, есть такое написано в Библии, что они видят сновидения от своих глубоких размышлений. Если ты о чем-то болеешь, постоянно кричишь, мучаешься, и тебе снится, не считается. Но есть такое. Один раз Бог тебе сказал, встань, иди туда. Вот я слышал свидетельство, я был в Южной Африке в воскресенье в церкви моей сестры младшей. И вот женщина выходит, говорит, она спала, она помолилась 2 часа и уснула. Во сне ей снился пастор. И пастор говорит, поедь со мной. Говорит, пастор меня взял за руку, или под руку, они так не ходят, но она говорит, во сне так и было. Когда мы дошли до остановки определенной, и пастор улыбнулся и исчез. Она проснулась. Она ищет работу. Она поняла. Это Бог мне показывает, где работа. Она встала, поехала на остановку и стоит и спрашивает людей, которые рядом. Вы не знаете, здесь кто-нибудь берет на работу? Они говорят, нет, но вроде этот ресторан большой, который вы видите, берет на работу. Она подумала, Боже мой, я же не образован. Она пошла, они сказали, только что дал приказ начальник искать 4 человека на работу. Вы первые, мы вас будем обучать. Заходите, запишите все бумаги. И получила работу. И вот она, оказывается, у нее это 3-й раз такое. Когда проявляется что-то от Бога в твоей жизни, Бог постоянный. Он скоро не отменит. Вы меня слышите? Я проводил собрание в Мозамбике. Когда я у Хайди, самая большая проблема для меня – это хаос. Они хаотично все делают. Дети кричат, бегают, шумят, все везде, повсюду. И я проповедую. Я не могу. Вот. Вы же не кричите. Надо, чтобы вы начали бегать здесь, кричали, валялись на полу. И тогда, может, я привыкну к этому. А пока вы так все сидите, как министр иностранных дел, я... Вот я приехал в деревню, меня ее муж на самолете взял, отправил в деревню, мусульманскую деревню. Я там проповедую. И дети. Там кто-то играет в футбол, кто-то в теннис, кто-то вообще дерется. А я проповедую. Я сижу и думаю, Боже, зачем я сюда приехал? Я проповедую. А Хайди же объявил, сейчас помазанник, сейчас будет проповедовать, и чудеса будут. Я думаю, Боже мой, где чудеса будут? Я с таким этим, я привык, что не так чудеса приходят. Сразу я себя почувствовал, как я проповедую. Но знаете, что произошло? Через 2 минуты, сначала передо мной проповедовал один проповедник из Мексики. Он воскрешал 120 человек из мертвых. Это ужас. Я на него смотрел. Кошмар. 120 человек. А он говорит, и сам был воскрешен 2 раза. Вы представляете? 2 раза воскрешен сам. И они воскрешали 120. Я на него смотрю, у него борода такая. Бороду. Он вот такой. Он как эти, которые дерутся, которые борьбой занимаются. Да, он не может стоять на сцене, как я. Он все время прыгает. Он не может, он как будто готовится драться с кем-то. И вот ему дали проповедь первую. Он проповедовал. А эти дети шумят, кричат, на голове застоят. И думаю, этот воскрешал 120. И его не смогу утихомирить. Я подумал, теперь я... Я сказал, Бог, надо же было меня прямо в Мозамбике. Кроме того, что комары меня укусили. Вот теперь вот это. И мне дают микрофон, Хайди. Она сама там, она молится, она поет. Кто ее слушает? Они все там на голове. И поэтому в конце я беру микрофон. И я начинаю, сначала я так, я пытался метод планеты D использовать. Никакой реакции. Там планета День не работает. И вот я потом думаю,
Чем Бог меня помазал? Проповедь четкие и помазание. Все. Я забыл про планетодия, про всего. И давай проповедуем. 2 минуты в проповеди. Потихоньку, тишина, тишина, тишина. Потом все стали внимать. И я сначала хотел побежать, кого-то обнять от радости. Потом думаю, потеряю их внимание. Лучше я продолжу. А я же не знаю, как долго это будет длиться, вот эта тишина. Да. Потому что там были пьяные люди, там мусульмане пришли с камнями ждать на всякий случай. Мне так предупредили, что проповедуешь, ты увидишь, камень идет один, если будет 3 камня, перестанем проповедовать, спрячемся. Вот, мне дали инструкцию. И поэтому я стою, проповедую, и смотрю на камни, есть ли нет, и проповедую. И одна девушка-мусульманка не ходила с рождения, ей уже 12 лет. Пока я так проповедую, она встала, а все ее знали, это деревня, что она не ходит. И опять шум начался, но оказался шум другой. Обычно, когда я провожу собрание, курсы или что-нибудь, я закрываюсь в комнате 2 дня, я разговариваю с Богом, я как-то ищу Бога, переживаю, что вдруг... А тут я даже не закрылся нигде. Но она встала и пошла. И следующий день вождь этого деревни пришел к нам и сказал, он мусульманин, говорит, я мусульманин, я знаю эту девушку, она никогда не ходила с рождения. Ваш Бог живой. Дал Хайди Бекер разрешение строить церковное здание. Дал землю бесплатно. Я сказал, Хайди, ты теперь мне должница. Он сказал, для тебя я землю получил. В Киеве бы такое произошло, правда же? Боже, дай нам какого-то больного дитя министра или депутата, чтобы он исцелился. Вы согласны со мной, если такое произойдет? Нет. Бог, дай нам миллиардера или миллионера, умирающего от рака. И он исцелится здесь, в церкви. И даст нам большой кусок земли и большую десятину, который покроет все расходы. Я серьезно. Я знаю ваше шуточное мышление, а я серьезно. И Господь, пусть он чудо произойдет. И не только в церкви Победы в Киеве. Дайте миллионеры по всем церквям Победу, умирающие от рака, или гепатит, или спид, или сыновья, или дочери. И пусть исцеляются там во имя Иисуса. И вся церковь да скажет... Все, если вы видите, как кто-то заходит на собрание с дорогим костюмом, не отходите, может, да он. Скажите амин. Вы думаете, что я шучу? Но я не шучу. Скажи, Бог постоянен. Еще раз скажи, Бог постоянен. Скажи, Бог постоянен. Слово, которое о нем говорится, используя такое слово, верен. Это означает, он постоянно и не меняется. Он останется, он исполнит, он выполнит, он сделает, он повторит. И еще раз, на Бога поэтому можно полагаться. Он постоянен, он верен. Он никуда не собирается уходить, он всемогущий, и как он начал через тебя проявляться, он верен, и завтра он готов опять. Скажи да, амин. Доверяйте ему. Я покричал, я знаю, но меня можно простить. Руф, 3 главы, идем к концу. И сказал ей Ноэми с 1 стиха, свекровь ее, дочь моя, не поискать ли тебе пристанешь, чтобы тебе хорошо было? Вот Вооз со служанками, которого была родственник, это родственник наш, вот он в эту ночь веет на гумне ячмень. Умойся, помайся, надень на себя нарядные одежды твои и пойди на гумно, но не показывайся ему, доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет, тогда придешь и откроешь у него ноги, у ног его и ляжешь.
Он скажет тебе, что тебе делать. Руф сказала: сделаю все, что ты сказала мне. И пошла на гумно и сделала все так, как приказывала ей свекровь ее. Задача Ноэми во всей этой истории, она главная, я ее назову путеводитель или автобус, на который сидит Руф, чтобы попасть в свое предназначение. Уберите Ноэми, и Руф никогда бы не попала в свое предназначение. Кто забрал Руф из моавитских полей? Ноэми. Вот это тот транспорт, который Бог приготовил. Вы знаете, что есть такие люди, которые Бог приготавливает специально, чтобы тебе помочь войти в свое. Притом эти люди бывают негативные, как Ноэми. Она начала кричать: я уже не Ноэми, я Мара, Бог меня уничтожил, забрал у меня все. Она горькая, у нее горечь в сердце, но это она путеводитель. Когда встречаешь свой Ноэми, не отпускай. Елисей, да, оставайся здесь. Бог меня отправляет. А, нет, жив Господь, не оставлю тебя. Почему? Илия – это та дорога, это то ворота, через которые Елисей попадет в свое. Когда видишь Ноэми, любой ценою оставайся рядом. И Ноэми, номер два, она наставник. Она говорит: Руф, умойся, одевай твою нарядную одежду. Она понимает, что мужья не смотрят на сердце сначала. Она говорит: одевай нарядную одежду, умойся, помойся. Сестры, как вы думаете, ее наставление, оно нужно кому-нибудь в этом веке? Кому она нужна? Умойся. Это место взять воду и мыть. Помойся. Это значит добавить. Скажи да, аминь. Ну, вы меня простите. Так, даже Ноэми понимаешь, надо добавить кое-что. Если не любит такой, как я есть, его дело, иногда надо добавить пару точечек. Оно не мешает. Ну ладно, вопрос закрыт. Она говорит: и не выгляди как бомж. Он тебя, да, дома то, что ты дома, я тебя вижу в этой халате, это хорошо. Но когда идешь туда, одевайся в самое лучшее, что у тебя есть. Потому что она же подбирала всякое. Может, некоторые сестры думают, идут на встречу с будущим женихом как бомж. Никто не хочет на бомж жениться. Но главный вопрос вот какой. Проблема, которую я заметил. Собирается выходить замуж, одевается как нарядный, как вообще. Вышли замуж, превращается тут на глаза прямо. Поэтому нарядно одевайтесь до замужества и нарядно одевайтесь после замужества. Алла, ты поняла? Сегодня ты вот тебя учу. Хорошо, а сестре передай. Братья, чистили зубы до свадьбы? Чистили зубы и после свадьбы. Братья, вы можете на это аминь сказать или не слишком тяжелое? Но нарядное одеваться не только для женщин, вы понимаете? Кто сказал, что мужчина должен выглядеть неизвестно как кто? Мужчины, мы самые нарядные на земле. Мы по натуре нарядные. Правда, братья? Мы чистую одежду одеваем, поглажены все. Носки один раз одеваем, потом стираем. Мы не одеваем такие носки, что когда снимаем туфли, все в доме задыхаются. Нет, мы нарядные люди. Все братья сказали. Аминь. Знаете, что мне нравится в Пакистане? Когда все идут на собрание, все снимают обувь. И в Таиланде тоже, по-моему, многие церкви. И вот поэтому,
Когда начали нас заставлять снимать обувь, я начал переживать за наших братьев, с которыми мы ехали. Я не знал, что там находится в обуви. Но слава Богу, обошлось. Но некоторые перехитрили, снимали носки. Поэтому будьте нарядны. Скажите аминь. Мне вот женщина говорит, а какая разница, мне главное сердце мое доброе. Если бы ты вышла замуж за Бога, вопроса бы не было. Потому что действительно тогда надо было бы сердце только. Не важно, что там, как ты мылся 3 дня или нет. И то, наверное, в храме он не хотел, чтобы были грязными. Но ты вышла замуж за украинца обычного. Да. А он смотрит на душу, когда ты умрешь, он скажет, о, какая она была добрая. А вот пока жива. Но это наставление очень важное. Кто-нибудь меня понимает или нет? Вера Ивановна, вы меня понимаете? Спасибо вам. Скажите вашему мужу Лене, что вот пастор ради тебя все это сделал. Ну вот. Но смотрите, Руф, не главное не то, что мы одеваемся, все прочее, а главное, она знает. Наставник – это человек, который знает. Говорит, омойся, умойся, помойся, одевай нарядный. Пойди, когда темно станет, помнишь, раньше не иди. И ты, когда придешь, чтобы никто тебя не видел, потом открой только ноги и ляжешь. И когда ты там ляжешь, он тебе скажет, что делать. Все так и было. Она сказала, мне нравится, я сделаю все, как ты сказала. Тяжело быть наставником для упрямого. Так тяжело. Ты ему говоришь, не делай этого. Зачем? Почему? Я разговаривал со своей младшей сестрой в Южной Африке. Я проводил с ней воскресенье. Я пошел к ней в церковь, пошел с ней в кафе покушать. А я ее спрашивал, а вот все годы, когда ты сумасшествовала, было время, когда она была вредная очень, ее поймать было тяжело. Она притворялась, что она ходит в университет год, вы представляете? Она ни разу не попала в университет. Вы не поверите, папа отправляет деньги, иногда я, все дают деньги, и она не идет в университет. И однажды я говорю папе, слушай, я поеду в университет, найду ее. Потому что я звоню, она не берет трубку. Приезжаю в университет, где она говорила, что она в каком факультете учится. Спрашиваю, здесь есть такая? Она говорит, сейчас, да, такая была, когда мы начали учебу, она записалась. Но она перестала. Она ни разу не ходила, просто пришла и ушла. Я говорю, случайно еще кто-нибудь другой есть? Чье имя еще, который подобное? Он сейчас посмотрим. И там нашли одного парня, который тоже делал то же самое. А имя этого парня уже выплыло через сестру из Канады, что есть какой-то парень, мне кажется, он влияет на нее. И они одинаково, оба отдали документы, и оба не ходили, целый год они бизнесом каким-то занимались. И я ей звоню, она берет трубку. Говорит, ты где? На занятия. Я говорю, ну не проблема, я прямо у тебя на факультете. Нет, у нас сегодня лекция находится, начинается там. Я говорю, ну, я в принципе сижу в регистраторе, прямо в университете. И они мне говорят, что ты здесь не учишься. Я все объясню, я все скажу. Я говорю, кроме тебя еще вот и этот парень не учится тоже. Ты его знаешь? Ну да, я его знаю, Я говорю, вот нам надо поговорить. Алла, что бы ты сделала, если бы твой брат так сказал тебе? Я знаю, вы хотите знать, что мы поговорили. Не ваше дело, у вас свои семьи, решайте свои вопросы. Я это вам не скажу. Но в этом году я ей задал вопрос. А чего ты так себя вела? Она говорит, смотрела внизу, говорит, ты понимаешь? Просто рядом никого не было. Кто бы подсказал знающего, что ты сделаешь это, результат будет вот такой. Сделаешь это, результат будет вот такой. Если бы кто-то был, кто бы повторил эти слова мне несколько раз, я бы проснулась. Родители слушали меня.
Вы иногда молитесь за ваших детей, когда наступил момент быть наставником, а не молитвенником. Иногда дети хотят слушать: сынок, дочь, так не делай, результат вот такой. Так не делай, результат вот такой. Говорите, даже если они делают, видишь, они не слушают. Говорите. Это поможет в свое время. Скажите аминь. Да, иногда они могут не хотеть слушать. Иногда они могут такой крик поднять, что качество ваших разговоров глупые, неуместные. Не переживайте, принципы Божьи не меняются. Но я меня наставляю. Каждый сезон твоей жизни нужен Ноэмин, который поможет тебе. Первый этап был выйти из Моавитских полей. Ноэмин нужен был. Чтобы выйти замуж за Махлона, Ноэмин нужен был. Это был ее сын. Выйти из Моавитских полей, Ноэмин нужен был. Попасть к Воозу, Ноэмин нужен был. Выйти замуж за Вооза, опять Ноэмин. Заметите, что Бог к каждому из нас представляет Ноэмин. Специально, чтобы мы попали в свое предназначение. И вот наше упрямство, иногда мы этого Ноэмина отфутболиваем. Нету ничего хуже в жизни, когда Ноэмин твой скажет: ладно, пусть разбивается, это уже конец. Доведи всех, кого угодно, до самых больших гневов. Но Ноэмин свой, старайся с ним понежнее. Потому что это он тебя вытащит в нужный момент. А если он уже злой на тебя, в тяжелый момент он сделает вид, что он тебя не видит. Кто-нибудь меня слышит? Кто начал разговор, что тебе нужно пристанище? Это не Руф, это Ноэмин. Кто начал идти искать работу? Это Руф. А искать, чтобы ей было хорошо? Не Руф, а Ноэмин. Она посмотрела и думает: можно сделать ей лучше в жизни. Что ее побудил? Ее доброта, ее трудолюбие, ее постоянство. Настолько это, настолько все так, что Ноэмин подумал: надо ей помочь. Вы знаете, научитесь с Ноэмином общаться так, чтобы у него было желание ради тебя включить все свое умение, чтобы тебя поднять. Есть люди, которых, если бы сегодня мне сказали, что у него проблемы, даже в 3 часа ночи, я побегу. Но есть люди, которые, когда я услышу, что у них проблемы, я скажу: ой, опять, Господи. И вы хотите, вам дали этот список? Не дам никогда. С собой возьму в 100 лет в гроб с собой. Главная задача. Каждый раз научись найти Ноэмин. Скажи да, амин. И Ноэмин, она ей сказала, что делать. Руф пошла, так и сделала. Все точно. Она не упряма. Упрямство не сделает тебя ближе к Богу. Упрямство сделает тебя ближе к дьяволу. Если доброта – это ближе к Богу, то упрямство ближе к дьяволу. Упрямые люди неуправляемые. Что бы ты ни говорил, у него есть 120 причин, и он не принимает. Попробуй наставлять, попробуй подсказать. Упрямый человек, все, что ты говоришь, глупо, а он лучше всех видит. Упрямство помешает тебе войти в свое. Даже Библия говорит, что лучше молчать, чем говорить иногда. Даже ты знаешь много, сиди молча и слушай. Когда я был в Замбии, познакомился с одним очень хорошим проповедником, но он очень разговорчивый. Меня это устраивало. Я мог молчать, и он говорит все время.
Вот. У него хорошие разговоры, они неплохие. У него кандидат наук, он защитил диссертацию на тему пост и молитва. Представляете, когда человек защищает диссертацию, кандидат наук, на тему пост и молитва. Потому все, что он говорит, это пост, молитва, пост, молитва, пост, молитва. У него других разговоров нет. Мне понравилось его свидетельство одно. Он сказал другой проповедник, даже копировал его свидетельство в своей книге. Он учил о посте и молитве. И вот парень зубы выпали. Вы знаете, так нету зубов. И ему одели, как называется этот? Протез, да? И он однажды спит, просыпается, зубов нет. И он вот эти протезы нет. А он ищет их. В одеяло везде, подушки. Не нашел. И он говорит, где протезы пропали? И, короче, он берет пост, 21 день. У него там такие посты, 3 дня, 7 дней, там 14 дней, 21, 40. И он в посте 7-дневный. Вернее, 21-дневный. А на 7-й день он в посте молится, и вдруг что-то тошнит его. То есть не тошнит, а задыхается. И он решил кашлять, и протез выкашлялся. Оказывается, он его проглотил, когда он спал. И во время поста он его выкашлял, и оно вышло. Ой, Господи! И надо было много денег на это. И как раз все решился. Пост помогает, братья и сестры. Ну, если не протез, можно мухи, которые тебе глотал, выкашлял. Но вот он все время разговаривает, разговаривал без конца. И я слушаю, и я вам скажу честно. Если бы это я разговаривал все время, я бы говорил то, что я знаю, и ничему нового не научился. А поскольку я молчал, а он говорит, говорит, когда он молчит, я даю вопрос, когда снова его включает. И он говорит, говорит, потом задаю вопрос, который его опять включает на пару часов. И он говорит, И я так много научился, потому что я же не живу в Америке, я не защитил кандидата на пост и молитвы, вы понимаете? И мне надо всегда знать, у него свой самолет, хочу знать, как он это его подключил. У него там 10 телеканалов он открыл. Я хочу знать, как он это сделал. И он говорит. Потом сидит, и я сделал такую тактику. Есть такое молчание, которое вызывает разговор у того разговорчивого. И он на меня смотрит, а я молчу. И ему неудобно, ему очень неудобно, что тишина между нами. Он опять говорит. И в этом разговоре он мне рассказал. Он говорит, у меня Библия, он мне показывает Библию. Говорит, у меня это Библия. Он написал Библию, все выдающиеся темнокожие мира. Он белый сам. Он говорит, понимаешь, когда я продаю эту Библию темнокожим, они на меня смотрят скептически. Но если я белый. Говорит, ну если я тебе дам эти Библии, ты начнешь продать их. Они примут. Я дам тебе половину из продажи. Я молчу дальше. И он дальше говорит, предлагает много предложений. Я молчу дальше, потому что мне нужно побольше этих предложений. Надо, чтобы... Если я сразу отвечу, они закончатся, понимаете? Иногда нужно молчать. Это тактика, вот научитесь. И вот поэтому я так поумнел за время моего пребывания в Замбии, вы не представляете. От этого умного разговорчивого. И я себе молчал. И поэтому, если хочешь быть хорошим наставляемым, научись иногда молчать. Тедди Джексе однажды мне говорил в ресторане, когда он был на Подоле. Он говорит, пастор Генри, ты мне понравился. Он говорит, чем? Когда мы сидели в ресторане, ты все время молчал. Он говорит, когда ты молчишь, ты заметил, как я говорил все время? Сказал, я заметил. И многому научился. Сказал, да, если бы ты все время мне рассказывал о твоих приключениях, я бы молчал. И ты ничего бы от меня не слышал. Вот это наша болезнь, понтов, показать, рисоваться, мешает тебе учиться от тех, которые знают. Люди пусть подумают, что ты вообще ноль, ниже нуля, и зато научись еще больше. Слушай еще больше, что у них есть. Чем ты будешь выставлять себя за большого, что это тебе даст? Ничего. Скажите аминь. И поэтому, Руф, слушай. Если наставник твой, Ноэмин, говорил тебе много, что делать, и ты все время воевал, надо покаяться, просить прощения и вернуться, что все, что ты скажешь, я сделаю. Он может сказать, ну, умойся. Все знают, что надо мыться. Вы понимаете? Помайся. Все знают, что надо мыться.
одевая нарядную одежду, все об этом знают. Но она повторила, это дает этим словам вес. Скажите амин. И вот закругляя все это. И Библия говорит, Воз сказал, ну ладно. Он пошел разговаривать там с кем-то. Это все человеческое, у Моисея, все прочее. Но вы знаете, что это человеческое, оно тоже нужно для Божьего предназначения. Точно как образование, как манеры разговора. Вы знаете, понимаете, я однажды был в одном доме, и один брат, он хотел быть одним из наших лидеров. Ничего против него не имею. Но он так, когда кушал, что у меня пиджак, когда я вышел оттуда, была в рыбе вся. Он сказал, мы кушали рыбу. И он разговаривал все время во время еды. И рыба вся везде. И вы понимаете, пока мне, наверное, 2 месяца прошло, пока я искал доброе расположение к нему опять. Не то, что он духовно не молился там. Он молился много, он вообще жаждал Бога. Но вот эта рыба, она все время меня возвращалась. Оказывается, даже манеры жизни, вы понимаете? Как себя ведет человек, как разговаривает. Вы знаете, как раньше в британском влиянии, я не знаю, как у вас было, когда жених собирается жениться, и девушка уже почти сказала «да», она его приглашает на обед, чтобы он покушал вместе с ее сестрами. И все его изучают. Вдруг то, что та не заметит, заметит та. Если та не заметит, заметит та. Как он жевал, когда он глотал, что он делал, когда он кашлял за столом, что он делал. Они все это изучали. И когда они видят, что это уровень, они говорят, сестра, выходи. Ну, конечно, сейчас уже лишь бы был. Но в те времена еще было по-другому. В 16 стихе 3 главы Ноэмин Руф возвращается, рассказывает все Ноэмин. И она говорит, не переживай. Он сделает все, он не успокоится, пока он не сделает до конца. Потому что Руф, я была, но она сказала, он сказал, что он не самый близкий родственник, что есть другой. Да, не переживай. Потому что она уже начала переживать. Она говорит, подожди, дочь моя. То есть не предпринимай новые шаги к чему-нибудь. Жди. Жди. Иногда так наставники нам говорят, жди. Он вернется, он сделает. Потом Воз пошел, сделал все, как говорили. И когда он вернулся, он сказал, хорошо, взял ее в жену, стала замужем она, родила ребенка. 4 глава написана в 16 стихе. И Ноэмин стал здесь написано нянькой. Смотрите, когда начинается, когда твое предназначение начинает исполняться, вот что происходит. Начинает меняться все на видимом мире. Ноэмин наставница превращается в няню для ребенка. Служанки, за которыми она ходила, она была ниже служанки, становятся ее служанки. Поле, где она попрошайничала, становится ее поле. Когда входишь в твое предназначение, здесь на земле, оно духовно, ты вошел, но на земле начинают перестановки вещей, перестановки. Но Ноэмин теперь она няней, эти служанки теперь они ее служанки, поле, где она попрошайничала, теперь ее поле, она хозяйка. Она приехала из... Она была иностранка, теперь она как хозяйка своя. Все поменялось. Когда ты входишь в твое предназначение, Руф вошла, радость пришла Ноэмин, радость пришла Вооз, радость пришла этим женщинам, которые товарищи, подруги Ноэмин. Когда ты входишь в твое предназначение, радость приходит многим людям.
Когда ты побеждаешь для Господа, радость приходит многим людям. Не тогда, когда ходишь, показываешь новую машину, новые штаны, новое это все. Но когда ты входишь в твое предназначение, это радует многих. Церковь Победа нуждается в том, чтобы ты вошла, ты вошел в твое предназначение. Царство Божие ждет, чтобы ты вошел в предназначение свое. Вы понимаете, я в воскресенье прошлое отказался проповедовать, потом согласился последние минуты. Когда я пришел, там была помолвка в церкви. И когда пастор Том, он когда-то был здесь у нас с женой своей, объявил сегодня проповедь пастора Генри, один из его пасторов начал плакать, рыдать. А мне непонятно было. Он подошел ко мне после собрания и говорит: «Теперь я знаю, пастор Генри, что я воле Божьей на 100%. Я говорю: «Чего?» «Потому что вы здесь». Я говорю: «Как?» Я не хотел проповедовать. Он сказал: 10 лет назад вы приехали в Зимбабве, вы проповедовали об опасности горечи. Говорит, в то время у меня была горечь на моего пастора Том. Говорит, пастор выходил проповедовать, я сидел в зале и критиковал его, и осуждал его. Потому что другие братья мне как-то наговорили всякие вещи против него. Говорит, я собирался уходить из церкви. Вы приехали, вы проповедовали. Я покаялся. Я пришел к пастору, покаялся. А сегодня он номер два после пастора Тома. Он самый надежный человек в церкви. Дьявол хотел его предназначение уничтожить. И теперь у него была помолвка в тот день, когда я приехал. И он говорит, потому что он остался, стал помощником пастора Тома, встретил эту будущую жену. А его родственники были против, потому что она до этого была замужем, у нее было двое детей. Муж там умер где-то. И поэтому его мама сказала: «Ты что, найди другую новую, свежую, или как это сказать правильно. Простите, сестры, я не знакома с этими терминами». И вот он говорит, я сказал: «Бог, это ты или нет? Я мог бы уйти из церкви в те годы». И тут как тут, вы причина моего оставания в церкви, вы здесь. А я вышел, знаете, о чем я проповедовал? Руф. Я сказал: ее муж умер, погиб. А это было не закрытие двери, а открытие новой двери. А эта женщина, ее муж разбился. Я сказал, и появился новый муж от Бога по имени Воз. Я сказал: вот такое и бывает, что ты выйдешь замуж за какого-то пастора в церкви. И он рыдает. Потому что он пастор в церкви. Женщина, она, муж разбился. И они женятся. Скоро будет помолвка после моей проповеди. Я же не в курсе. Я говорю, поэтому я себе проповедую. Знаете, как я всегда. И не знаешь, что я все в точку. И церковь расплакалась. Они все так, Бог так коснулся их. Потому что я вошел в свое предназначение. Я помог ему тоже войти в свое предназначение. Вы понимаете? Когда ты входишь в свое предназначение, это кирпичи в этом здании, они на месте становятся все. Каждый, кто входит, это кирпич, который встал на месте свое. На месте. И здание, слагаемое Духом Святым, строится в жилище Божие. Давайте все встанем. Спасибо, Иисус. Я вас долго держать не буду. Подними свою руку к Богу. Дух Святой, приди, я приглашаю тебя,
соедини нас. Открой небо, пусть слава Божия сойдет на нас. Когда мы в Твоей славе, нам легче войти в Твое предназначение. Я прошу Тебя, Господь, сойди и прикоснись к нам. Мы приветствуем Тебя на этом месте. Оживи нас, наполни нас, помажь нас, прикоснись к каждому из нас. Спасибо Тебе, что Ты верен. Спасибо, Иисус. Скажи ему, Дух Святой, скажи, я согласен войти в мое предназначение. Скажи, я не буду жить относительно другим людям. Скажи, я имею свое предназначение от Бога. Скажи, сегодня я прошу, коснись мою жизнь, помажь меня, чтобы я мог войти в свое предназначение во имя Иисуса. Да, спасибо, Иисус. Спасибо, Дух Святой. Пусть ветер с неба дует, Боже, на каждого во имя Иисуса. Огонь перед десятницей с престола Божьего пусть сходит на Твой народ. Слава от Господа Бога пусть наполнит Твой народ. Помазание и сила, которая откроет двери, разбивать всех барьеров, пусть наполнит Твой народ. Во имя Иисуса! Боже, я благодарю Тебя, я поклоняюсь Тебе, Иисус. Скажи ему, я принимаю, Господь. Еще раз я принимаю, Господь. Еще раз я принимаю, Господь. Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Господь, я благодарю Тебя, я поклоняюсь Тебе, Иисус. Кондария масандория масака мандория масака мандория. Кондария масака мандория масака мандория. Дух Божий двигается на этом месте. Бог прикасается к Тебе. Он помазывает Тебя, чтобы Ты вошел в Твое предназначение. Его сила, Его слава, Его помазание, Его огонь для пробуждения, Его жизнь наполняет Тебя, оживляет Тебя во имя Иисуса. Кондария масоко попопотория. Бог хочет, чтобы Ты вошел, чтобы Ты вошел, чтобы Ты вошел, чтобы Ты вошел, принимая решение в сердце. Я вхожу, я вхожу, я вхожу. Боже, я принимаю Твое помазание, чтобы входить, чтобы входить, чтобы входить, чтобы входить. Прими во имя Иисуса. Кора масака мандория. Господь, я благодарю Тебя за Твое помазание, за Твой огонь, за Твое присутствие, за Твою славу. Атмосфера неба пусть наполнит Церковь Победа. Атмосфера неба пусть наполнит Церковь Победа. Атмосфера неба пусть наполнит Церковь Победа.
Во имя Иисуса. Кондария Масоко Попопотория. Господь, я благодарю Тебя. Боже, я поклоняюсь Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Боже, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе, Господь. И где бы ты ни был, сегодня, когда я ехал сюда, Бог мне сказал брать масло с собой. И где бы ты ни был, ты ощущаешь Божье присутствие на себя. Это недолго. У меня, вы знаете, у меня все коротко. Я не воспитывался в Торонто, вы знаете, да? У меня так все за мигом. Ты ощущаешь Божье присутствие. Только ты ощущаешь это Божье присутствие. Ты ощущаешь Божье присутствие. Ты ощущаешь Божье присутствие. Ты ощущаешь это Божье присутствие. Это чтобы войти в свое предназначение. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Спасибо. Благодарю тебя, Бог, 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 благодарю т
спасибо, Иисус. Скажи ему спасибо, Господь, за твою силу, чтобы войти в свое. Скажи по всем параметрам, скажи по всем фронтам, двери открыта, мне войти, скажи в свое. Скажи, дьявол, во имя Иисуса, отойди в сторону. Скажи, я иду в свое, во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, я молюсь за каждого и за всю церковь Победа, и за всех пасторов всех церквей Победа, чтобы в этом году каждый вошел в свое. Полноте, целеустремленно, настроен создать большие проблемы для дьявола и созидать Царство Божие. Дьявол, у тебя теперь большие проблемы, потому что с нами Бог, и мы войдем в свое. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Слава Господу. Господь Бог благословит с миром Божьим. Аллилуйя. Империи расширялись, завоевывая новые территории. Как мне в своей жизни завоевывать территории и побеждать врага? В книге пастора Генри Мадава «Дух победителя» вы узнаете, как побеждать в духовной войне и не позволить врагу и обстоятельствам разрушить вас. По вопросам приобретения обращайтесь по телефону, который видите на вашем экране, или пишите на электронную почту. Если вы желаете послужить своими финансами для трансляции программ «Голос Победы», перечислите любую сумму на счет, который видите сейчас на экране, и весть Евангелия будет распространяться по всему миру и через вас лично. Христианская церковь «Победа» приглашает всех желающих на богослужения, которые проходят в воскресенье в 10 и 14 часов, а также в среду в 19:00 по адресу улица Оранжерейная, 3, недалеко от станции метро Дорогожичи или Шулявка. Пишите нам по адресу 01001, город Киев, абонентский ящик 53.